свежее открытие, что ученые еще не определились с названием. Пока малые планеты называют плутидами или земнокарликами. Юбиборг. Каким бы ни было имя, вывод не меняется. Наша Солнечная система не соответствует той аккуратной модели, согласно которой мы представляли ее раньше. Более 13 миллиардов километров от дома. Самый удаленный объект, который вращается по солнечной орбите. И еще один маленький ледяной мир по имени Седна, открытый в 2003 году. Седна совершает полный оборот за 10 тысяч лет на расстоянии 130 миллиардов километров от Солнца. Подождите. Здесь есть еще кое-что. 16 миллиардов километров от дома межпланетная станция Voyager 1. Если бы не эта гора алюминия и антенна,